А, тут дорога есть. Я думал так прям ехать. Так только ты ездишь. Блин, вообще так тяжело ползет он. Охренеть можно. Ну, смажь. Мосты чем-нибудь смажь, и будет нормально ехать. ВДшкой хотя бы побрызгай. Ой, у тебя трусит эти бревна. Трюси у меня. Дорога Тебе когда вроде на будет, вроде работу бы надо? нет. Да сегодня на работу надо идти. Ну ты успеешь? Да. Ребят, мы просто для вас, короче, записываем, потому что еще потом на работу идти. Не механику. Не понял, что? И мне, и механику. Блин, ну да. Так, подожди, сейчас близко не подлазь ко мне. Почему? Мне надо повернуть. Куда? Налево. Я тут дороги не вижу, а то бы я подлез. Да блин, я с фарами вообще нифига не вижу. Ну ты просто слепошара. Интересно, я сейчас елку собью, ты увидишь, как я собью? Я не вижу. Подожди, стоп. Да подожди ты. Ты куда подлазишь-то, а? Э? 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 Блин, я не могу тут проехать. Придется вот так вот через лесок. Через лесок. Ну, оно начинается. Чё? Во мне елка. Где? Старые добрые елки работают. Стволок за поясок. И про запас расходники. Стволок за поясок. Ты что, ты не можешь проехать? Лебедись. Так лебежусь изо всех сил. Ой. Копать. Ты копатель онлайн. У меня Урал сел. Это как УАЗ встал, только Урал сел. Ой, простите. Простите, извините. Дяденька, не надо. Подожди, я не могу здесь заехать. Я с лебедкой заехал. С лебедкой. Так, а тут налево. Я там просто рассчитал, что в принципе как-то через лес можно проехать, наверное. Но это не точно. В смысле, а куда ты направо-то поехал, ты сказал тут налево? I don't know. Ой, блин, сосай-масай. Михалыч, кажется, мы приехали. Что, здесь останемся? Походу. Блин, вот я точно приехал. Подожди, вот здесь что такое? Тут густо тает. Подожди, я упираюсь просто даже не в дерево, а в ветки. Когда такое было? Мама мия. Мама мия. Санта Лючия. Санкт-Петербург. Лючия. Че, елку сломает? Нет, я, короче, в елку уперся и тянусь за другую. Я сломал и без лебедки. Опа! Опа! О, сломалось. Где-то я всел. Я где-то всел. На жопу? А чем я всел-то? О, я тебя слышу. Я всел, понимаешь? Я тоже. Только я не понял, чем. Прицепом, наверное. Оп-оп-оп-опа-па. Тихо. Тихо, дядька.
Давай, 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 пошел, 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 пошел. Почему мы как дауны? Не знаю. Или это только я? Блин, у меня вообще не тянет. На месте просто стою. Я не понимаю, а что ты говоришь, елку сломать можно, да? Да. Так, ну а прицеп, лучше, наверное, куда-то, походу. Ой, вот это я загнал себя тут в шоколадный глаз. Вот это да. Так, мне тут не протиснуться. Я в капкане. Как на кукане. Это супер. Да ладно. Копать я смог, кажется. Или здесь дерево тоже? Я просто оперся об дерево и почему-то не могу проехать. Это так тупо сейчас. Ты уперся, а не оперся. Блин, вот тут не могу проехать. Сломать бы одно. Слишком туго. Да ё. Неужели я сдвинулся с места? А как ты сломал дерево? Я там проехал. И чё я сейчас встал? Просто стою. И не еду. Лол. Блин, парни, я сам себя закуканил здесь. Так. Есть только один шанс. Это делать вот эту сторону. Там, походу, прицеп за что-то зацепился. Такое очень даже может быть. Опа. Так, стопарики. Короче, я ни за что не зацепился, но я стою, не могу двигаться. Лебедка. Да пользуюсь. И? И нифига, все равно на месте стою. Давай, 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 пошел, родименькой, давай, 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 давай. Да, мазафака. Че, вылез? Да. А вон я вижу тебя. Я просто застрял на ровном месте, тут ничего нет. А взад? Взад себя попробуй. Там горка огромная. Я посмотри, где проехал. Я проехал, кстати, гораздо больше леса, чем вот где у тебя. Я понимаю, очень, но мне бы понять, за что я зацепился, почему я проехать не могу. В чем проблема-то? Ты моя проблема. Так, ну чё, я не знаю, чё, как тебе помочь. Сейчас я спущусь на эту поляну, вот здесь типа дорога. Походу я знаю, в чем проблема. Проблема очень серьезная. Какая? Прицеп в елке. Тебя надо назад тянуть. Где ты? Я потерял тебя. Прицеп по елке не может проехать. А где ты? Я потерял. Да там же я остался, где был, там и остался. Так, ну-ка. Блин, а ты в жопе где-то? Как ты там? Срань. Сейчас я попробую тебя как-то спасти. Да долбаная елка, ну как так-то? Сука, нет. Елка, которую я сломал, когда проезжал, вот на ней сел. Ну я вот не сломал елок и ни на чем не сел. Просто если бы я хотя бы двигался, она вообще, блин, с места не сдвигаясь даже. Сейчас я попробую, я тебя вообще даже почему-то не вижу. А, вот ты. Сейчас я возьму тебя. Давай.
Сейчас, погоди. Если я развернусь, и ты меня за зад возьми. Так. Тихо, тихо, тихо. Только надо с хорошего такого разгона. Цепляешь? Мотать. Достаешь вообще, нет? Если честно, вообще не вижу, где ты. Сейчас. Это что такое, елка вот это или что это? А, это елка. Так, ну елку цепляешь, я... ты там фиг знает где. А ты мордой можешь сюда заехать? Да я могу мордой заехать, я выехал, выеду, как потом? Я специально развернулся. Так, сейчас. Только надо рывочком хорошим. Блин. Ну извини, мне тут негде тебя рывочком взять. У меня прицеп есть. Сука. Эх, шлейхтен унтерглайнер. Битта шлейхтен. Я. А ну-ка, хватит, не хватит. О! Эй, подожди. Надо рывочком чуть поближе, раз и рывок. У меня прицеп сзади. Да я ж понимаю. Если честно, даже не чувствуется. Не знаю. Ну, у меня как будто я тебя вижу. Не, ну я тебя тоже вижу, но... Я сижу на елке. Маленькую елочку просто переехал и все. И на ней встал. У тебя идет он. Ну, прицеп... Зацепись, прицепом за меня зацепись. Не достанет. Слишком далеко. Достанет. Не достает. Сейчас поближе подъеду. Ближе, ближе, ближе. Сейчас я вытянусь вот в ту сторону себя. И тебя за прицеп за это достану. Я даже тупо за лебедку прицеп тяну куда-нибудь. Сейчас можешь? Сейчас проверим. Ну вот прям близко. За ближний какой-нибудь этот край. Сейчас я не понимаю, где ты. Вот сюда возьми просто. Стой. А чё ты отцепил? Ты же говорил прицепом прицепиться. А я тебя куда прицепляю? За бензобак я тебя прицепил. Я думал, ты за заднюю часть имеешь в виду. Эй, ну нахера ты меня тянешь-то? У меня, получается, застряла на елке задняя часть. Задняя, это ось. Задняя ось прицепа или да, тебя? Да, прицепа. Я же говорил несколько раз. Прицеп на елке. На сломанной. Так. Тихо. Это ты или что-то дерево какое? Это я. За дерево. Взял? Сейчас пытаюсь тянуть, хоть как-то сместить его прицеп этот. Буду, наверное, вперед-назад. Или ты там в меня уперся? Я тебя толкаю в сторону. Да не меня надо, прицеп, Михалыч. Ну ёб твою мать, ну как я твой прицеп-то толкнул? Так я же самую лебедку тяну. Я сейчас пытаюсь раскатывать туда-сюда, вперед-назад, чтобы прицеп хотя бы сдвигался сзади, когда я его тяну лебедкой. Пошел. Наконец-то. Ебать копать, ну как тут выехать-то? I don't know. Так, ну я могу тебя сейчас этот проехать, смотри, я могу сейчас проехать и тебя вытянуть за жепу. Вытягивать за жепу? Подожди. Давайте за жепу вытяну. Да подожди.
Михаил Михайлович. Ну шо? Я тут спасательную операцию произвел, тебя там вызволил из дыры. А я тут... А ты даже ящик водки не поставил, а? Сволочь неблагодарная. Давай! Давай! Пошел! Да блин, что он не едет? Пирожок нашел. Что с этим пирожком не то? Я еду 10 пирожков. Примерно. Слушай. Съезди к Евгению Травникову, подари ему подарок от меня. Пирожок? Ну я не знаю, ну мы там определимся, что я просто это. Да ёб твою мать! Что? На идиотском бревне сел. Нет. Надо было брать нормальную машину, ты говно взял какое-то. Да просто если бы бревна сделали нормальными, было бы четко. Бревна нормальные, почему я проезжаю по ним? Так, что-то я не знаю, в кратер съезжать сюда или нет. Наверное, съехал. Съехаю? Ну попробуй, а чё, блин, весело будет. А, нихера себе, у меня бенза почти не осталось. У меня 123 литра, я там выкатал все подряд. У меня 53, пока я туда-сюда катался за тобой. Нет, в кратер не буду съезжать. Так, смотри аккуратно, тут можно это нахлобучиться очень сильно. Да? Да. А чем? Ну тут серьезный спуск. Ёб твою медь. Шаланды полные кефали. Кефали. Не надо, не делай этого, Лёша. Что такое? Ёб твою! Чуть не перевернулся. Боже. Куда ты поехал, Шлёндра? Шаланда. Все, мне тут гоплык. Мне, по-моему... Блин, он так качается со стороны в сторону, я удивляюсь, как я уже несколько раз не перевернулся. У меня гоплык. На бок лёг? Нет. Встрял? Но не едет. Бензин кончается, 47 литров осталось. А без полного не идет здесь. У меня даже с полным не идет. У меня с полным едет как вообще как девочка просто. Но у тебя есть мазик. Мазик. И что я им сделаю? Ну чё ж. Обмажусь им и выйду бегать, что ли? Зеленкой попу помажь. И пройдет. Ой, нет, 50 миллисекунд у тебя. Только не это. Твою какашку. Твою какашку за ногу. Ядрить тебя, мудрить. Так, вот здесь плохая дорога, но я тут ехал. А ты где? Я по дороге собираюсь проехать чуть-чуть. Ну, а тут к тебе еду. Чтоб через котлован, через сотни ехать. Охрена! А просто так. Чтоб было. Охрена! Может, ты меня возьмешь? Куда? Ну, на себя. Что, у тебя вообще по топливу, голяк? 36 литров. Тогда смотри, ты оставляй топливо, вырубай полное, и тебе придется за мной ехать с блоком. Чтоб хоть как-то мы могли ехать, потому что я тебя не потяну никак. Ну, подожди, у меня еще 35 осталось, я сейчас еду только на заднем с блокой. Но вот там дальше, после реки... А где ты есть? Я возле озера. А, ты внизу, я сверху. А как ты, почему ты сверху? Я же сказал, что я по дороге немножко объехал. А, ты еще сзади, ты взаду. Подожди, а как? А куда нам надо? А, блин, а нам вон сюда надо, оказывается. Стопарики. Чикс, чикс, чикс. Главное не останавливаться, ты понял? Вот едешь нормально, раз остановился и начинаешь проваливаться сразу. Вот ты хорошо ползешь. Ой, следы свои вижу. Главное близко к воде не подъезжать, там Japan. Все, сел на. Japan. Все, я сел нах. Сел.
Пан Жупан. Возьми меня. Сейчас на. Я сел по колесу. Смотри максимальное расстояние, смотри. Я на мостах. Какое максимальное расстояние? Ну, лебедки, чтобы взять. А, подожди, стой. Куда ты ушатался? Давай. Это максимальное? Наверное. Как наверное? Ты же видел. В смысле видел? А, подожди, я не еду. О, давай. Да пошел, не подтягивайся. Пошел. Я не подтягиваюсь. Чего я назад скатываюсь? Не знаю. Давай, дядя, нормально идем. Сейчас я выеду отсюда. Вон ты даже не проваливаешься вообще. О, отлично. Поехали. Я ж не зря взял зелок. Мне так нравится. Он такие звуки странные начал у меня уже издавать из-за тебя. Еще раз. Не знаю, это сложно. Ты просто стесняешься. Не надо стесняться. Тут, кстати, еще не проваливаемся. Мне кажется, дальше будет жесть. Не, вот сейчас нормально идем. Я шлифую задними только колесами. Прицеп кое-как вообще идет. А я сейчас сам выключил полный, потому что у меня 94 литра. Главное, чтобы хватило. Потому что ты сам сейчас, 20... по сути, едешь. Просто лебедка тащится за нас. Не, нормально. Лебедка меня вот сейчас вот выручит. Вот сейчас вот уже. Вот уже вот подтянуло меня. Вот. У меня еще ветки тут в колесах торчат. У меня тоже, кстати. Жиза. Ты моя жиза. Жозефина. О. Так, нам просто прямо. Давай на. Едь на. Толкай меня. Только не останавливайся. Я тебе прошу. Просим. Да ладно, нам тут осталось уже, смотри сколько, можно остановиться разочек. Давай нах, едь, сука. Ну чё ты встал, я всё, мне конец. У меня говно на колёсах налипло. Попробуйте меня в горку вытянуть. Ты газуй, если что. Попробуй вытянуть. Сейчас тут оставлю. То есть ты бросишь меня? Угу. Скотина. Ты скатилася. Скатилася. А нам еще через лес там херачить, слышишь? Угу. Как у тебя топливо закончилось? Там же заправка была, мы же мимо заправки проезжали. Так я заправлялся вообще-то. А тебя не смутило то, что я проехал полтрассы, а потом вернулся за тобой? А, да нет. Нормально, как бы, да? Да. Это не считается. А тебя не смущает, что я сейчас тебя тяну? Не тянешь, кстати. Вот сейчас только потяну. Давай. Давай, пошел. Но! Давай. Молодец. Угу. Ага. Угу. Тяни меня. Угу. Так, надо маршрут проложить. 17. Нет, давай едь, я в горку. Давай! Едь твою налево. Ты чё так переживаешь? Я боюсь встать тут. В неподходящем месте. Я топлю просто в пол. Давай. Давай. А сегодня какой день недели? Вторник. Ага. Ну тогда ладно. Ребят, вы видите это в среду. Скорее всего. Да. Если вам нравится, ставьте лайк. А в четверг вы увидите следующую серию. А еще одну в пятницу, в субботу. Точнее, следующую карту. Да, по карте в день, пацаны. Чисто для вас, братухи. Чисто по-пацански. Хер кто такое для вас сделает, кроме нас. Да, никто кроме нас. Да, потому что вот мы даже... Я на работу, наверное, сегодня опоздаю вот из-за этого, из-за того, что буду рендерить. Ну а что сделаешь?
Позвоню мужикам, а вы не цените. Что опоздаю. Вы просто скатились. Ты просто скотина. У меня 7 литров осталось. Шляпа ты. Ну, тут камышеваха какая-то. Тащи, пожалуйста. А ты тянешься за меня или что? Нет. Я подгазовываю чуть-чуть. У меня... Ой-ой-ой-ой-ой. Я просто не могу тут тянуть. У меня вообще жесть. Пожалуйста. Тяни, пожалуйста. Вот можно перелить чуть-чуть? Отлей мне. Ты можешь мне отлить? Отлить? Могу. На руки. Помоги мне, отлей. Блин, тут еще идиотские эти бревна валяются. Ненавижу. У меня что-то странное, херобора какая-то, походу, глохнет. Он что-то это, дрыгается так. Топлива мало попадает. Ну, походу, да, то есть колеса то крутятся, то все. 1 литр остался. Все, мне звезда. А лебедиться ты можешь? Стоп. А, может, потому что я колеса в другую сторону валю. Стой, я попробую сейчас. Не уезжай, пожалуйста. Пока. Ты бросил братишку в лесу. Но я могу выгрузиться и приехать за тобой. Угу. Ты на лебедке? Ты бросил братишку в лесу. Я на лебедке. Нормально. Пока. Пацаны, он бросил братишку в лесу. Смотри, вот тут справа сразу уже. Лесопильня. Я не могу в горку затянуть себе. Так, сейчас я лесопилку эту отцеплю свою. Давай, 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 только не упади, братан. Как ты там? В принципе, я не знаю, что будет сейчас. Вот. В принципе, у меня на лебедке он вроде пытается ехать. Вот. У меня 1 литр остался. Не знаю, что будет, когда топливо кончится. Будет новый день. One day. За тобой выехали, дружок. Так, я загнал себя в капкан. Подожди, а вот так если... О! Я могу за жепу себя толкать. Да? Да. Ты не сможешь взять меня. Хорош. Пошел, как шлепок. Ты такие колесики тонкие. Сзади такая ось маленькая. Ну видишь, эти типа брызговики огромные, а сзади такая маленькая шляпа. Давай, давай, я попшикиваю иногда. Да, пытаюсь. Давай, 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 давай. Это пиво все, литр. Давай, давай на давай. Все. Это на все? Да, все. Заглох? Ноль у меня. Кончилось. А заглох или нет? Не заглох, но ноль. Да я боюсь глохнуть, вдруг я потом не смогу лебедиться. А тебе не нужно. Да ты не сможешь меня дотащить. Ты меня вот недооцениваешь. Тут... Ты стой, 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 подожди, ты меня сейчас насадишь тут. Да не насажу, да тут со насадишь. Спуска я еду. Да у меня тут передо мной куст торчит. Да там не куст, там бревно перед тобой. Ну, я про это и говорю. Сейчас насадишь меня на него. Давай, давай, продавливайся. О, все. Насадил? Сказал же тебе, Ханты-Мансийск наступил. Главное, понимаешь... Я его сдвинул. Я лесоруб, слышишь? Я лесоруб, мазафака. Но они если бы были нормально лежали, они там прикручены к карте. Я лесоруб. Давай, давай, пошел.
Так, это ты подтягивался только что? Нет. А чё я аж назад отъехал? Хер тебя знает. Ай, нравится. Прикольно, так трава еще продавлена после того, как я катался уже. Блин, давай. Ты на понижайке херачишь там? Нет, на обычной автомате. На понижайке лучше перло бы. Но зачем понижайка? На автомате. Я, кстати, блин, даже ни разу не пробовал тут коробкой. О боже. Я тоже, кстати. Вот так, слушай, что ли? Может... Не, заглох. Может, вот так? Подожди. Один плюс? Это что такое? Я на один плюс как-то. Это повышенно, я повышенно. Тебе смотри, как ты потянул меня сразу. Да я просто пониженную вставил. Один минус ты вставил? Просто один. Я вставил один плюс. Кстати, коробку здесь сделали, видишь, намного проще, чем... Подписано хотя бы. Да тут хотя бы, понимаешь, можно быстро воткнуть, а там, блин, начинаешь туда-сюда ее дергать. Эй, чё ты встал-то? Ты, наверное, камень наехал. Нет. Ну, сейчас дерну. Давай тогда чуть взад и вперед. У меня 31 литр, если что. Дай немного взад, а потом как вперед. Нет, если у тебя колесо в камень уперлось, говоришь нет. Какой? Каменный. Да вот я тут. Да я вижу прекрасно, где ты. Сейчас я его подвину чуть еще, давай. Сейчас я наскочу на него и подвину. Давай, братишка, давай. О, хорош. Давай. Оп. И не говори, что ты не тянешь. Оп. Сейчас тяну. Оп. Оп. Блин, заднее колесо на камне стоит. Стой. Подожди. Сейчас я попробую себя отсюда вытащить вот так вот. Самолично. Может, за жепу? Как сомалийский пират. Тихо. Сейчас ты меня переворачиваешь. Так. Я сейчас себя стащу отсюда, а ты меня туда дальше тащи. Ёптва, нет. Нет, только не глохнет двигатель. Так, о, тащу. Ты толкаешь меня? Да. Походу, намного эффективнее, да? Я лебедкой себя тащу просто. Так что, не толкать, что ли? Иди, спереди меня тащи уже. О, смотри-ка, да, толкай, нормально, сейчас заеду, давай. Давай, сейчас заеду. Давай. Еще. Давай, хорош, молодец. Давай. А ты говорил, не толкай нифига, то лебедка твоя нифига не тянула. Давай. Еще. Вот так вот. Молодчага. Ох, так. 4 из 4, 2 из 2, 7 из 7, 304 литра потрачено. 1 час сколько? 7 минут. 6.02 проехал. 6.41, 357 литров. Все остальное так же самое. Выиграли с балбесом аркада. А, с балансом аркада. Так, ну что, ребята. Следующая серия выйдет, как только вы поставите... Лайк на эту серию. Да, лайк на эту серию ставите, и на следующий день выходит следующая. Мы сразу же идем снимать новую. Новая карта. Не, подожди, мы эту карту уже сняли. Как только вы ставите лайк на эту серию, мы сразу же бежим снимать новую карту для вас, пацаны. Да. А их там, ёб твою, сколько их там вообще, очень много. Очень. Вот, короче, если вам нравится новый Спинтайр с Мудранер, то не будь мудранером, ставь лайк. Подписывайся на канал. Вот, и в принципе, пока. Пока-пока.